Давай. Лерочка, да иди ты в жопу! У меня нет патронов. Все. Всем привет. Не рада видеть вас на моем канале Тилька Плей. Я Наташа. Мы с вами продолжаем играть в Resident Evil 2. Мы с вами посмотрели историю Леона. Теперь мы смотрим на историю Клэр. В прошлой серии мы с вами пытались спасти девочку, но она вроде бы как сама спаслась. И вот мы оказались с вами в доме у полоумного шерифа, который ведет себя достаточно конченно. Поэтому не знаю, что нас ждет дальше. Мы с вами остановились вот здесь. У нас с вами, как всегда, все херово, все плохо по жизни. Опа. 100% она сейчас встанет. Это мразота. Только не вставай, хорошо? Давайте возьмем что? Я не знаю, что взять. Ну, давайте вот эту писюшу. Или вот эту. Давайте вот эту, она с лазером. Если что, мы попытаемся прицелиться с вами куда-нибудь. Давайте нам какую-нибудь хилочку здесь, пожалуйста. Нам бы... Опа, это что, подвал, что ли? Я не сильно горю желанием туда спускаться. Может быть, не стой? А вдруг там какая-нибудь... О май гад. Нет, только не канализация. Что это такое? Очень страшно. Если бы мы знали... Сейчас еще давайте появится здесь... Шерри! Ты меня слышишь? Да Шерри 100% через улицу куда-то вышла. Или сюда пошла, не знаю. Это какой-то склад, да? То есть тут можно прям жить. Клэр! Шерри! Я уже иду! Шерри, я правда почти на смерти, но ничего. Так, ты как тут, девочка? Девочка, беги! Беги! Девочка, беги! Каждый сам за себя! А почему он ее не трогает? Почему он ее не трогает? Скорее! Куда? Быстрее заходи, мелкая манда. Шерри, давай, ё-моё, братан, не надо. Ой-ой-ой-ой, не надо. Ты куда ты не ездишь? Куда ты не ездишь? Она моя. Папа? Что-что? О, боже. Какой у тебя красивый папочка. Папа, нет! И премию «Батя года» получает Клэр. Ты в порядке? Ты меня слышишь? Клэр! Клэр, вставай! Он идет за нами! Кто? Папа твой или этот? Проснись! Проснись же! Ах ты, маленькая манда, ты меня бросила! Сучка, вонючка, проснись! Проснись же! Это что, Ада? Вонку же тут? А, не, открой глаза. Не двигайся. Ты не раздражена. А можешь дать травки какой-нибудь? Шерри? Где Шерри? Шерри в порядке. Вы знаете Шерри? Поразительное проявление силы. Что с ней случилось? Нужно оценить обстановку. Вы кто? Я Клэр. Этого я не предвидела. Простите, где она? Вы слышите меня? Что? О! Я Аннет. Скажите, что случилось с Уильямом? Не знаю. Кто это? Существо, учинившее все это. Что? Вы поможете мне найти Шерри? Похоже, она эволюционирует быстрее, чем ожидалось. Вы куда? Слушай, у меня нет времени отвечать на дурацкие вопросы. Все под контролем. Мне нужно найти Шерри. Моя дочь не твоя забота. Родители года просто. Реально, родители года. Батя года, мать года. Шерри ее дочь. О! О! Отчет G-вирус. Очень скоро начнется заключительный этап клинических испытаний G-вируса. Известно, что существо G превзойдет по своим возможностям любого человека, но мне хотелось бы выдвинуть некоторые гипотезы касательно его биологии и биологических функций. Умственные способности. После рождения начнется спад умственных способностей. Теперь говорить.
Короче, они тупеют, но зато становятся сильнее. Стремление к размножению. Будут инстинктивно искать людей со схожей ДНК, чтобы внедрить в них эмбрион. Ой-ой-ой. Что себе? Может, не надо? Так, подождите-ка. Давайте мы найдем что-то, что нам как-то... Что это такое? Не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Куда пропала Шерри? Пожалуйста, скажите, что здесь где-нибудь есть какая-нибудь хилка или типа что-то того. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста, нам очень надо похилиться. Закрыто? О май гад. А у нас тут нет ничего? А пиздец, а что делать? Ну, хранить, видать. А чё? Да, не густо опять мы с вами приехали. Это что такое? Патроны для мощности. Это что за мощность такая? Я вообще не знаю, что это за мощность. Давайте пока выложим. SLS-60. Так, а, это для тебя. Все, все, понял. Понял, не дурак. Так, тогда давайте сохраняться и прыгать, видать, вниз. Мы все еще с вами без хилки. Кобздец, конечно, но что поделать. Может быть, мы что-нибудь здесь найдем? Где-нибудь тут что-нибудь лежит? Мне вообще здесь не нравится, если честно. Шерри, ты меня слышишь? О, но, но. Но. Теперь от меня вонять будет говном. И не только говном. И своим, и чужим всем говном. Твою ж мать. А у меня всего лишь один зажигательный патрон на одну гниль. Ну ладно, давайте одну тварь, если что, подпадлетываем. Может быть, она сейчас не появится. Это что? Тут реально говно плавает. Папа, иди, здесь какашками воняет. Так, ну пока вроде бы спокойно, тихо по обстановочке. Какишки со всего Raccoon City льются, хотя неизвестно, кто там серит. Так, ладно, давайте пока возьмем вот это вот, потому что здесь, скорее всего, сейчас будут обычные зомби. Либо я не знаю что. Может быть, здесь будет что-то другое? Опа. Наш поезд чудесный. Фуникулер. Здесь? Да, прикинь. Здесь фуникулер, здесь у нас Леня ходил. Теперь здесь и ты ходишь. А прикинь, ты еще пойдешь в эту, в лабораторию. Не надо. Не надо, дядя. А он не умеет открывать такую дверь? Мне не нравится. О, хорошо. Да ну. Давай, иди сюда, мразь. Бляха. У, сука. Кончился? Да кончай уже. О, сзади. Ты откуда? Ты в темноте там что ходишь? Там разута. Конченая мразь. Ой, бля, да. Ты, а, сука. Мразь ты. Сука, ты недоделанная. Ты мне все, мразь, испортил. Скотина ты вонючая такая. У меня по ХП была просто опасность, понимаешь? А теперь что ты сделал, скотина ты такая?
Говно ты! Копия письма в офис. По всему НЭС раздает сигнал тревоги, что происходит, но слышу стрельбу. Мы, по-моему, это читали. Ну капец, и что здесь писать? Надо бы что-нибудь тут это посмотреть. А как? Что там у нас было? Д, П, РВК. Нам бы открыть бы вот эту штуку. Может быть, там хилка будет. А давайте я сейчас загуглю. А? Да, слышу. Класс, что теперь делать? Видимо, я буду спрыгивать дальше. Так, все, извините, надо было это сделать свои дела. Ну, ладно, что, пошлите вниз. Я не знаю, что мы сейчас будем делать с таким количеством ХП. Что это? Шерри, я же сказала, я не уйду, пока не закончу работу. Ты всегда так говоришь. Шерри? Почему ты не осталась дома? Там было безопасно. Эй, Шерри! Я испугалась. Эти существа были повсюду, и... Надо было звонить в полицию. Разве не этому тебя учили? Я позвонила, но никто не приехал, и ты тоже не брала телефон. Вот я... Шерри, у меня нет на это времени. О, нет. Шерри! Шерри, я иду! Эта девочка, походу, давно не ела. Так, подожди, Шерри, я сейчас буду. Да, Шерри, сейчас, подожди. Это что за патроны? Не знаю, что это за патроны. Ой, господи. Так, это мы с вами читали. Брошюра строителей канализации, это мы с вами помним. Так. Мы можем пойти сюда и можем пойти сюда. Сюда мы вставляем фигурки, вроде бы как, да? Хилочки тут никакой нету, да? Как открыть эту зону В? Это вот наши штекеры, фуникулеры. Тычки за тычки. Сколько? Нам нужно прям все, да, притащить? Класс. Ну окей, давайте сохраняться. А, подожди. Вот это давайте выложим, хранить. Пока мне куда это мне ни туда, ни сюда, ни к городу. И вот это вот хранить, чтобы не засирать. Так, сохраняемся. Очевидно, мы опять с вами находимся на грани. Мы по жизни с вами на грани. Берем с вами карту канализации. Хер она нам поможет, конечно, но... Знаешь, лучше так. Бляха, а где все травки? Только не говорите, это все из-за того, что ты Леоном все травки собирала. Да нет. Нас должны это самое. Порадовать были. Так, там фуникулер. Пойдемте сейчас сбегаем к фуникулеру. Может быть, у фуникулера какие-нибудь травки остались. Или что-нибудь. Вот не та травка. Ты что, вы серьезно, что ли? Что это такое? О, вентиль. Зашибись. Пригодится. Письмо Леона. Клэр, раз ты добралась сюда, то скоро сможешь покинуть этот город. Мне еще нужно разобраться с этим делом, но я хочу, чтобы ты знала, за всем этим стоит Амбрелла. Если не выберусь, расскажи все сама. Хорошо, Ленечка. Я всем все расскажу. Скажу, как сильно ты меня не любил. Квитанция доставки. Кодовая на боковой стенке. А, ну это мы помним про сейф. Ой, бедная женщина, она просто у меня ходит такая уже, как этот, и что вот я сделаю? Ничего я не сделаю, понимаешь? А, вот этот сейф, да, боковой, ну давайте посмотрим, там, конечно, вот этот вот черт сейчас по любасу встанет. Поэтому давайте вот так. Лежи, сука. Так. Умерло? Все, сука.
Так, 2 туда, 12 туда, 8 туда. Так, еще раз. Так, 2, 12. Что тут у нас? Ага. Так, и на что она ставится? На тебя. Так, поздравляю, брат. Мы теперь можем менять какие-то патроны. 5 плюс 3. Наверное, не какие-то супер крутые. Бляха, ну я реально как этот. О, стоит. Стоит. Ты погляди. Стоит статуя. Я подумала, что лучше я сделаю так. Да куда ты ползешь? Куда? Ползет он там, гад. Гнида. Иди отсюда, говно. Вот эта сука еще притворяется. Давай, Клэр, вешай его. Травка. Травка. Травку надо объединить. Обязательно. Пойдемте ее объединим. Она должна мне получше похилить, эта травка. Так. А с чем ее объединить? Вот это вот с розовой, да, и с фиолетовой, короче, сейчас сделаем комбо. Тут как раз есть все необходимое для этого. О боже, наконец-то! Наконец-то мы с вами будем жить. А то мы как эти с вами уже тут приехали, блин. У меня откуда-то халявные патроны появились, это приятно. Так, давай, мутим, значит. Объединить с тобой. Объединить с тобой. Использовать. Все, зашибись. О, наконец-то я чувствую себя человеком. Так, берем вот эту вот штуку, потому что сейчас, очевидно, будет жопа. Пацаны, вот мы как лежим, так и лежим. Хорошо? Жопу друг другу нюхаем, окей? Так. Господа, как думаем, куда лучше пойти? Вот это давайте дернем. Это у нас проход. Так, вот здесь вот еще может быть что-то лежит. Поэтому обязательно забираем. Здесь давайте посмотрим, куда ведет нас вот этот вот проход. А, он нас как раз-таки ведет вот в эту вот мразотную локацию, где нам нужно очень много зажигательных патронов, потому что иначе без них мы тут это с вами пососем хорошенечко так. Да, я помню это место. И Леня помнит это место, и все помнят это место. Ключ. Есть. Как мило со стороны Леона, что он положил этот ключик. О, смотри, тут еще дверь не... А, нет, сломана. Я думала, может быть, не сломана. Но я пока не рискну спускаться вниз. По одной простой причине, то, что у нас тупо один зажигательный патрон, и как бы там этих тварей несколько, и нам бы по-хорошему бы несколько вот этих вот штук. Там вон и хилка есть. Не, пойдемте туда лучше. Начнем с малого и потом перейдем сюда. По кругу. Пойдем. Так, а это куда было? Вот сюда, да? Так, спокойно. Что это за херня? Так, она сейчас сгорит.
сгорела? Ты не сгорела? Она не сгорела? Эта сука не сгорела? Да, плохи мои дела. Я опять осталась без патронов. Обожаю эту игру. Мы с вами вечно без патронов. Хоть бы раз. У нас только ножичек остался и гранаты. Что? Так, это на кого? Это супер патроны на тебя. Так, ну ладно, поднимаемся на этом лифте. Куда мы только едем, я вопрос не знаю. Ага. Ага, лежит, сука. Сдох? Я надеюсь, ты сдох. Я очень надеюсь, что ты сдох. Так, куда патроны-то есть-то хоть? Вот на этот есть. Так, вроде бы завалили пиписю. О боже! Так, это что такое? Спасибо. Что еще тут есть? Это что? Листовка, джаз. А, ну это этот шкафчик того, да? Но мне оно не надо, мне нужны патроны. Так, есть. Пусто, ёб твою мать. Как жить с таким количеством патронов? Объясните, пожалуйста, женщине. Так, Клэр, дай. Подожди, я не понимаю. Тут есть что-нибудь? Так, хорошо. Мужчина. Вас нихера нет. Мужчина. Так, видеокассета у него есть. У вас? Я просто хочу здесь пробежаться, чтобы посмотреть. Понял. Понял, принял. Спасибо, я пошел. Спасибо, я в другой раз сюда схожу. Не очень-то и хотелось. Спасибо. Я как-нибудь в другой раз. Так, ключ. Использовать. Что тут у нас? Зашибись. Так. Зашибись. Теперь смотри. Вот это. Выбросить. Оно нам не надо. Вот это объединить с вот этим. Все. У нас есть хоть какие-то патроны.
Конечно, не то, на что я рассчитывала, но ладно. Так, сейчас сюда спустимся, посмотрим, что у нас тут. Что это такое? Ножик. О, прекрасно. Ножик нам нравится. Так. Что-нибудь еще тут есть? Слушайте, ну я вроде бы как больше тут ничего не вижу. Лёня у нас вроде бы как отсюда начинал. Поэтому, ребят, ну нам надо как-то сейчас будет проскочить мимо той мрази. Не знаю, правда, как это сделать. Так, давайте забираем эту штучку, тыкалку. А тут где-то было сохранение или нет? Печально, сохранение... Что это за звуки такие начались опять? А, это вон та овца дышит. Так, а пошлите сюда сходим. Очевидно, сюда нам куда более сподручней, куда более безопасней. Это мы, по-моему, сейчас поднимемся как раз-таки в... вот сюда. Да-да-да-да-да-да-да, смотрите-ка. Вот. И тут у нас опять-таки патрончики. Замечательные просто. Тут у нас что еще есть? Открываем себе проход. Сюда значка у нас. Тюти на сруте. Тюти-фрути, блин. Но я сейчас не пойду искать этот замочек, если честно. Я просто хочу пойти сохраниться пока что. Не знаю, будет ли сейчас за нами Немезис бегать здесь. Но сейчас бы хорошо бы пробежаться по вот этому дому, собрать бы все вот эти вот горелки, которые тут есть, как бы. Понимаешь, было бы кайфово. Так, вот этот белый вот с белым, я не помню, что он дает. Ладно, давайте пока просто вот так сохранимся. И сейчас просто пробежимся по участку, потому что мне кажется, что нам нужно подзабрать всякое говно здесь. Я не думаю, что сейчас за нами тут будет Немезис бегать. Так. Мы не находили с вами пиковый ключ, да? У нас только бубовый, да? Как будто бы так и ничего и нету, только вот в той стороне. Но тут так вот это вот бежать долго. Знаю. Ладно, давайте не будем. Как бы это мы слишком долго сейчас будем тратить, поэтому поехали. Поехали! Нас там уже ждут красивые ребята. Лучше уже не будет. Так что... Полный вперед, мои хорошие. Короче, погнали. Гранаты у нас, если что, есть... Сколько у нас гранат? Одна. Угу. Херово. Одна граната погоды нам не сыграет. Одну пшу гранату на всякий случай оставить, потому что мало ли что там будет. Ну, короче, надо сейчас будет мимо вот этой вот мрази как-то пройти. Так, а подожди, а куда мы шли? Вот сюда мы шли, да? Вот в этот вот низ мы шли. Ох, пацаны, пацаны... Беда. Что делать, я не знаю, пацаны. Мы просто пробежим и все. Так, подождите-ка. А что за прикол? Верхний канал. А, там у него с его стороны проход. Угу.
Так, теперь по глазочку. Где он? Ушел? Дай мой нож. Спасибо. Сучья канализация. Реально сучья. Надо, может быть, еще туда сходить. Посмотреть, что там. Давайте сейчас сбегаем вот сюда. Посмотрим. Может быть, здесь что-нибудь есть? Нет. Ну, как бы надо было проверить, понимаешь? Доверяй, но проверяй. Нам будет не лишним. И патроны, и вот это вот все. Так, что тут у нас? Как дела? А! Так это получается, мы пришли вот к этим вот пацанам? Серьезно? О, ребята, ребята. Ну, кобздец приехали, ёпта. Может, не надо? Бляха, ну я не знаю. Мы с Леней как-то замансовали, но это было такое. Да уж, жуткое местечко. Да, зай. О, господи. Они везде. Да. Эх, сейчас бы вот этой бы штуки бы. Ну ладно, поехали, а что делать. Дай сюда. Так. Ёб твою мать! Ой, пиздец. О, ты сдохла? Нет. А чё я воткнула? Я гранату воткнула? Так. Бежали. И отп... Давай, брат. Либо нас... Да иди в... Давай, 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 Клэрочка! Да иди ты в жопу! Ой, блин. У меня нет патронов. Все.
Ривердерчи. Как я назад пойду, я не знаю. И... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я помню это место. Сейчас тут пацан свалится. Приехали, блин. А у меня ни ножа, ни хера нету. Можно я что-нибудь сюда всуну? Нет, не работает. Скажите, что у вас хоть что-нибудь здесь работает. Ой, боже. Максимально тихо быть. Так, просто закрой меня пока здесь. Так. Ну и какие у нас варианты? Дамы и господа. Что будем делать? Патронов-то тю-тю. Никаких нет патронов. А, подожди, у меня... Нет. А можно сюда всунуть любую фигуру? Говнарь, иди сюда. Если он сейчас сюда подымется, ему же будет сложно отсюда выходить, правильно? Блин, вот и как быть? Патронов нет, ничего нет. Как вот мне? Короче, ребят, в следующей серии тогда мы продолжим наше путешествие несчастное. Я пыталась побегать по этому кампусу, но что-то там какие-то все супер злые и ничего не выходит. Поэтому давайте с вами тогда будем пытаться. Спасибо, что посмотрели эту серию. Спасибо большое. Увидимся уже очень скоро. Пока.